Всех приветствую на своем канале. Сегодня будет у нас тестирование наконец-то этих втирок КАЦ. И давайте начинать. Я выкрасила типсы в черный и белый. Черный лак у меня, гель-лак, точнее, GD Coco, номер 819. Всем рекомендую, классный. И белый лак у меня Fairy Glow, номер 1433. Очень хорошо самовыравнивается, прям на глазах. Очень хороший гель-лак. Вот такой топ буду сегодня тестировать. Он у меня только будет в распаковке, но я его уже получила, уже сняла распаковку, скоро она выйдет. И сейчас я нанесу этот топ на все типсы и будем втирать уже втирочки. Итак, хочу начать вот с такой вот втирки Сапфир Блю. Мелкого помола. К сожалению, не видно на камеру, что она переливается таким сине-фиолетовым. Сейчас попробуем на черный цвет ее втереть. Что-то не втирается она на этот топ. Не знаю. Смотрите. Она скатывается с него просто и все. Может быть, я пересушила. Вот так вот получается. Сейчас попробую пальцем дотереть. Ну, вот так вот выглядит. Попробую сейчас вот этот топ нанести от Lionel. Просушила топ 20 секунд. Вот. Вот на топ Lionel втирается отлично. Итак, вот что мы имеем. И на белый давайте попробуем нанести. Что-то похожее, по-моему, у меня было. Интересный эффект получается. Само покрытие желтоватым таким становится, а отблеск голубой. Не видно, к сожалению, по-моему. Очень интересно. Молочный цвет такой, знаете, топленого молока. И голубой от перелив. Итак, под номером 2 у меня в тестировании вот такая вот. Что-то с желтым связано. Это, мне кажется, крупнее втирка помола. Сейчас посмотрим, как будет на типсах. Так, на белом. Эффект весьма похож на первый. Тоже какая-то желтоватая становится. С фиолетовым каким-то, по-моему, отливом. Я надеюсь, вам видно. Так, и на черном. На черном, наверное, поинтереснее будет. Да, вот здесь вот видно отличие. Итак, вторая вот такая вот. На типсах выглядит следующим образом. На черном очень красиво. Следующая фиолетовая. Вот здесь вот видно почему-то на боках. Но ее больше, мне кажется, чем у всех остальных. Итак, на черном. Очень интересно смотрится. Красивенько очень. И на белом. Ну, тоже вот такая она жемчужная, как бы, и фиолетовый такой, розово-фиолетовый перелив. Это третья, фиолетовая. Следующая, темно-красная должна быть. Вот мне кажется, у меня вот такая есть уже втирка. Очень похожа. Она и на белом очень классно смотрится. Посмотрите. Блин, не знаю, видно вам или нет. Но она так переливается оранжевым, красным, розовым. Сейчас на черный нанесу. Может быть, на черном лучше будет видно. Да, перелив такой же. Очень интересный, классный. Он немножко почему-то фиолетовый у вас на камере. Он еще золотом переливается. И синие частички здесь есть. И розовые, и фиолетовые. В общем, вот это вообще огонь. Втирка. Темно-красная выглядит вот так. Следующая будет зелененькая. Очень красиво выглядит. Вот сейчас видно перелив. На крышечке тоже. Смотрите, очень видно. Изумрудная прям такая. Интересно, как на белом будет. На белом она будет. Розовый оттенок придает. Ну, вот основному покрытию розовый. И зеленые. Такие эти блесточки переливаются. Очень интересно.
на черном. На черном она становится просто изумрудной. Очень красивой вообще. Итак, зелененькая. Следующая. Написано синяя, ой, голубая, зеленая. Но так на первый взгляд даже непонятно, какой оттенок имеет. Сейчас мы сразу на черном посмотрим. Ну, она зеленая. Вот голубого, но не вижу. Мне кажется, что она зеленая с золотым больше. Хотя еще переливается таким изумрудным. Интересно. А здесь на белом, вот, кстати, мне она больше нравится, чем на черном. Она придает такой лавандово-розовый оттенок и такие золотые блестки. Очень классная. Голубо-зеленая втирка выглядит вот таким образом. Итак, девчонки, камера у меня хулиганит, не записала то, как я втираю, но результат я вам покажу всех остальных втирок. Вот такая вот фиолетово-зеленая. Она более крупного помола, очень горит красиво. Выглядит вот так. Следующая вот такая вот фиолетово-голубая написано. Вот так вот выглядит. Итак, вот все втирки вместе. Сейчас я поближе еще покажу в сравнении. Смотрите, какая вам нравится больше. Выбирайте, заказывайте. Ссылки я оставлю в описании. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.